все зависит от того, как подходить. Что значит молодые? Вот люди-то ведь за дверью не старые. Очень не старые. А молодежь, которая сегодня была, из 50-й школы, например, ребятишки были. Это наши подопечные, с кем мы летом проводим историко-краеведческие слеты. Мы их в поиск не тянем. Мы категоричные противники вывода на поле боя лиц младше 18 лет. Объясняю почему. Я вам сейчас кое-что в кадр покажу. Граната, да? Директор государственного учреждения гранату у себя в офисе держит, да? Теперь смотрите сюда. Вот что война с ней сделала. Это не я сделал, я это на миноискатель нашел. Попал осколочек сюда, выбил вот эту часть гранаты, тол растворила природа, и получился изящный музейный экспонат. Лимонка. Вы представляете, что это такое? Это в снаряженном состоянии, это гарантированная смерть. Радиус сплошного поражения гранаты лимонки, почему она до сих пор используется? 200 метров. То есть разрыв вот этой вроде маленькой штуковинки приведет к гибели, если попадет осколок, в радиусе 200 метров. Теперь представьте, когда эта штука не маленькая. То есть это, например, мина калибра 50 миллиметров и выше. Мины очень часто попадаются и 50-ки, и 80-ки, как мы их называем. То есть 81 немецкая, 82 советская мины калибром. А много мин 120-миллиметровых, хотя, конечно, попадаются гораздо реже. Но снарядов сколько не разрывавшихся. Мины разрывались почаще, чем снаряды. Снаряды имели то ли больше процент бракованных как с той, так и с другой стороны. Но если с той стороны мы можем предположить, что там Ротфронт, так сказать, помогал, что там саботировали на немецкой стороне качественное изготовление, хотя, к сожалению, много качественного они сделали, из-за чего и погибло столько народа у нас. Но в то же самое время и голодные подростки и женщины, которые работали на наших заводах, тоже, может быть, с нашей стороны, с советской, допускали определенный процент брака. Но процент качественного, в кавычках, то есть смертного, смертоносного металла настолько велик, верите ли, не верите ли, но я сдавал в июле прошлого года, странно звучит, но тем не менее, сдавал поле боя представителям Кировского районного отделения внутренних дел, так называемой трофейной группе, в связи с отсутствием штатных в районе специалистов по разминированию, принимается вот этой трофейной группой поле боя после его отработки. Так вот, прямоугольник 100 на 50 метров, я лично вместе с моими коллегами, молодыми, которым старше 18 лет, у меня в 18 даже, я им запрещаю, 18 и 20, особенно, которые первый, второй раз, запрещаю вообще прикасаться к этому. Есть один очень простой принцип: вам ничего нельзя, пока не приведете опыт. Поэтому меня зовут и по каждому непонятному предмету, и по каждому уже понятному, что это боеприпас и так далее. А гаражи, вешечки, то есть, не дай бог, доступ. Так вот, я сдавал подобное поле боя. Боеприпасов калибром 50 мм и выше я сдал 81 на прямоугольнике 100 на 50. Сегодня в презентации был этот немецкий ДОТ, около которого была вот эта нейтральная полоса. Все 50 метров от него. То есть предполе обороны этой немецкой обороны. Вот ДОТ стоял, строчил из пулемета, а перед ней стояли, значит, вот минное поле. И они забрасывали из своего ближнего тыла нейтральную полосу, наши атаковали, забрасывали мины. Они не все разрывались, видимо, снег падали. 100 на 50 метров, 81 боеприпас, 50 миллиметров и выше, 50 это вот такой калибр. Я не посчитал в этом количестве гранат, типа вот этих, или типа противопехотных других, РГД-33, например, или немецкие, как называют, колотушки, М-24. Я их не считаю. Это уже за вот единицу как бы в счет уже не идет. Этого добра как грязи. Теперь представьте, что на такое поле боя, а их много, попадает подросток до 16 лет. У нас есть ограничения, мы до 16 категорически никого не привозим. Бывают исключения, к сожалению. То есть когда человек, например, командир отряда, человек, там, допустим, солидный, некоторые бывают совсем зрелого возраста, там, и 45, и 50, люди едут,
Вот мне, например, 45, я еще собираюсь ездить, слава богу, еще не один год. Вот, есть 25, есть 30. Совсем молодых командиров нет и не будет. Бывает такое, когда, например, зрелый человек берет в своем отряде под свою личную ответственность и пишет бумагу. Принимаю, осознаю всю опасность, принимаю под свою личную ответственность, прошу в качестве исключения разрешить взять с собой своего сына, например, 15 лет там, или 16 лет. Условие очень, очень простое. Брать, бери, в лагере только пусть находится, в качестве исключения. Не более того. Ни в коем случае на поле боя. Если, конечно же, люди пролезают. Я же не надзиратель, и мои люди тоже не надзиратели. Что же мы будем стоять над душой у каждого? Конечно, он смоется, конечно, он пробежит. Конечно, он за папой там потянется. Папа может не в силах, или мама не в силах будет отказать. Или он сам сбежит, или он, допустим, у него воспитанник. Он, может быть, не его сын, не его дочь. Вот он за него тоже бумагу написал. Только чуть в сторону, шмык и нет. А теперь представьте ситуацию, когда нет таких обязательств. Когда едут, извините за жест, вот такие люди, которым боевик – это картинка, которым видео или там DVD, это же кино, это же не рванет. Да вот это вышибает мозги похлеще любого кино. Понимаете? И вот они дорываются до поля боя. Вы не представляете, что там происходит. Это совсем другая жизнь. И те, кто, допустим, видит эти кадры, вы не представляете, что там происходит. И родители не представляют этих детей, которые отпускают с нерадивыми руководителями. Нельзя этого делать, нельзя. Что еще нужно сказать и как нужно обратиться к вам, чтобы убедить, что это делать нельзя. Возраст воина 18 лет. Он начинает отвечать за себя сам, несмотря на то, что паспорт вручается раньше. Несмотря на это. Но возраст воина 18. Вот тогда будешь за себя отвечать, вот тогда и езжай. И тем не менее, даже на таких взрослых, люди по 40 лет и выше, не говоря уж про более младших, все пишут добровольные обязательства. Я такой-то, такой-то, добровольно осознаю всю опасность и ответственность нахождения на поле боя и так далее. Форму могу распечатать, дать, показать этого всего. Даже такие, вот эта бумажка для чего? Да вдруг, мы же все под Богом ходим. Мы вот хорошо она мне на миник свистнула, хорошо, что она такая была. А если бы не свистнул, если бы я поисковым элементом металлоискатель не провел бы здесь, а наступил бы. Где гарантия, что я живой остался? Никакой. Соответственно, добровольное обязательство для чего пишется? А чтобы руководитель не сел вслед за подрывом этого человека. Потому что руководитель у него на душе не стоит. И он его проинструктировал по технике безопасности. И он расписался. Каждый день инструктаж по технике безопасности с росписью человека. Более того, перед выездом туда, непосредственно в экспедицию, обязательно сводный инструктаж, обязательно опять роспись. От бумажек никуда не уйти, но если ты хочешь делом заниматься профессиональным, значит, надо поставить его на профессиональную основу. А раз профессионально, от бумаг, значит, никуда не уйти. Они обязаны быть. И поэтому даже когда, например, добровольно обязательно пишет подросток между 16-17 годами включительно, вот тут еще требуется согласие родителей. Я такой-то, такой-то даю согласие на выезд моего там сына или дочери в поисковую экспедицию. Могу, я же говорю, распечатать эту форму. Это обязательно. И есть, я скажу, немалое количество людей, которые этих очевидных элементарных вещей не понимают и не хотят понимать. В вольницу на полях боев устраивают иногда такую, со взрывами боеприпасов. Знаете, как взрывают боеприпасы? В кострах. Не имея ни средств взрывания, ни элементов взрывания, то есть ни бигфордовых шнуров, ни детонаторов, ни чистого тола, в который детонатор можно засунуть, бигфордовый шнур подсоединить, поджечь. Нет. Находят мину, а представьте, если 81 мину находят, как вот на том кусочке, о котором я говорил, и начинают куражиться. Хорошо, если осмотрятся, свистнут, есть там кто? Закоулок леса. Молчат. Ну, давай подорвем. Если бы вы знали, сколько это происходит. Я сам лично был свидетелем того, в 90-м году, в районе деревни Мясной Бор, когда два лагеря, не буду называть города, когда два лагеря перестреливались между собой, знаете как, в костер кладется гильза от снаряда. Начинает туда сыплются патроны. Начинает греть в костре тыльную часть снаряда. Патроны нагреваются. Начинают стрелять.
Это хорошо, если патронами. Теперь представьте, то же самое делать с минами. Она нагревается, у нее вышибной заряд срабатывает, она по направляющей из этой трубы. Как из миномета. Миномета-то нет штатного. Стоит лэп 1,5 киловольта. 1,5 киловольта. То есть это 1500 вольт. Представляете? Висят вот эти плети. Вечерок. В районе 21 часа. С этого лагеря поверх этих плетей, они вот в палец, в какой в палец, в руку толщину вот эти плети проводов, летит мина, слава богу, что не задевает ни одну плеть. Я лично это видел, и не я один. Если бы она повредила хоть какую-то плеть, произошел бы обрыв, шаговое напряжение убило бы всех. Кто шагал бы? Кто стоял бы на месте, ничего бы не было. Специалист мне подтвердит, шаговое напряжение страшная штука. Будешь стоять на месте, ничего не будет, если провод упадет. Сделаешь шаг, разница потенциалов образуется и тебя убивает. Что же вы думаете, мина перелетает эту 1,5 киловольтную ЛЭП, она из двух огромных опор, и тянется далеко туда и далеко сюда. И падает у того лагеря. Не разрывается. Ну, боеголовочка, видимо, не того. А вышибной сработал. Что делают оттуда? Отвечают. Подчеркиваю, города я не называю. Этому старые поисковики сплошь и рядом были свидетели. Взрывать прекратили вообще по России. Фактически из-за того, что в Архангельской области два пацана подорвались. Ну, то есть северодвинские пацаны подорвались. После этого я на сайте у нас soldat.ru и написал, все, романтический период развития поиска закончился. Начался либо профессиональный, либо никакой. Либо надо отходить от этого дела, то есть завязывать со взрываниями. Они же на чем и погорели, к сожалению. На фамильярном отношении к боеприпасам. Это не шутка, это не игрушки. Это хорошо, что война предоставила нам вот такой экспонат. Понимаете? Тем ребятам шанса она не оставила. И, соответственно, после этого более-менее, вы представляете, ведь возымело действие. В том числе и наш призыв возымел действие. Хотя всех собак за гибель ребят спустили на меня. Два уголовных дела. Закрыты за отсутствием состава преступления. Не потому, что кто-то был заинтересован. Я вообще пальцем не пошевелил, чтобы сделать что-то на кулуарном уровне, чтобы закрыть эти дела. Я посчитал, раз вы на меня так это свалили, очень мило и очень лихо, два раза дело закрывалось за отсутствием состава преступления. А недавно я, пять уже лет прошло с этого момента, недавно совсем, в декабре месяце, я запросил, спустя 5 лет после окончания второго уголовного дела, выписку из постановления о прекращении его. Мне интересно было, у меня ее не было. Мне интересно было, а как это звучит? Вот, возникла такая ситуация. Я попросил, мне прислали. То есть, для того, чтобы свою абсолютную невиновность доказать, я еще бумажкой должен запасаться. И вынужден был ею запасаться, никуда от этого не деться. Но с этого момента Россия прекратила взрывать. И благодаря в том числе и нашему призыву. Все, ребята, закончились. Романтика, вон она, до 7 августа 2002 года была. С этого момента либо профессионально надо относиться, либо лучше отойти в сторону. Многие этого, к сожалению, многие, это не все, это даже не 50% и не 70%. Многие все-таки по сравнению, так сказать, с общей массой, получается, что это не один, не два человека, не понимают этого и понимать не хотят.